Обвиняемые в неуплате налогов могут расплатиться в ходе суда. Правительство России поддержало законопроект, который вводит более гуманные правила для обвиняемых в отмывании денег. Подсудимый сможет погасить свои долги в ходе процесса и получит шанс остаться свободным человеком. Проект соответствующих поправок в Уголовный кодекс внес в Госдуму Верховный суд России. Сейчас инициатива готовится к первому чтению. За налоговые нарушения главбухов будут реже привлекать к уголовной ответственности. Заработали поправки в Уголовный кодекс. Срок они могут получить только за недоимку свыше 15 миллионов рублей. К ответственности за уклонение в особо крупном размере привлекут за 45 миллионов рублей. Ответственность наступает, если лицо не представило декларацию или указало в документах ложные сведения.